Ну, давайте начнем с Аргентины, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известна идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар внутри страны. Это решение, суверенное решение каждой страны. Но, во-первых, в Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%. И поэтому, да, очень много проблем, это мне еще прежние руководители говорили, связанные с возвратом тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, песо, есть такой инструмент, как, ну, немножко на инфляцию, там, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо, но все-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь – сокращение бюджетных расходов на социальную сферу. Жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет. –